А вы знаете, ежегодно, каждое третье воскресенье марта отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Этот праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в далеком 1980 году. Как празднуется этот день? Рассылаются письма благодарности за труд, вручаются дипломы и почетные грамоты, осуществляется обмен опытом. Кое-кто из нас проворчит, скажет, что за праздник? Мы ведь очень часто ругаем сферу жилищно-коммунального хозяйства за проблемы, которые возникают у нас в квартирах или во дворах возле дома, за не вовремя убранный снег с дорог населенных пунктов, за несвоевременно вывезенный мусор из контейнерных площадок, за повышающиеся тарифы на жилищно-коммунальные услуги и еще за множество причин. А вы не задумывались, почему мы ругаем их? Да потому что они постоянно рядом, постоянно заботятся о нас и о нашем быте. Ведь ругаем обычно самых близких. У работников жилищно-коммунального хозяйства множество проблем, таких же, как у нас. И они не всегда успевают, а порой не всегда получается. Ведь они такие же люди, как и мы, со своими жизненными стремлениями, неурядицами и проблемами. Представьте, как мы могли бы жить в своих квартирах, без сантехников, которые обслуживают водопроводные и канализационные трубы, без электриков, но ведь нужна их забота по обслуживанию электрической разводки наших домов. А без дворников мы бы заросли мусором во дворах своих домов. А без лифтового хозяйства вы смогли бы справиться в многоэтажных домах? Да нет, конечно. А без службы дорожного хозяйства, которая убирает дорожное покрытие и тротуары городов и поселков, во что бы превратились бы наши населенные пункты? Невозможно перечислить всех тех, кто обеспечивает удобным наш быт и представляет нам коммунальные услуги. Вот и получается, что в день работника жилищно-коммунального хозяйства мы отмечаем и празднуем день нашего жизнеобеспечения. Жилищно-коммунальное хозяйство, о сколько в этих буквах теплоты, а также электричества и газа, и кипятка, и ледяной воды. Работник ЖКХ, слагаем моды и произносим много добрых слов. И за тебя в любое время года тепло нам в стенах собственных домов. ЖКХ, ты мое ЖКХ, как важны коммунальные службы. Ваше дело стране очень нужно, и без вас жизнь была бы плоха. Электричество, газ и вода из-за ваших трудов благородных у людей в государстве свободном не иссякнут в домах никогда. Невозможен без вас и уют в этом мире бессовестно грубом. Провода, батареи и трубы вашу честь гимн сегодня поют. В этот день работников жилищно-коммунального хозяйства хотелось бы поздравить и сказать большое и сердечное спасибо за непростую и кропотливую заботу о нашем ежедневном и круглогодичном комфорте. Желаем вам здоровья, счастья, всегда и везде успевать, никогда не уставать и море-море улыбок.